WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через интернет. Клиент работает на платформах Android, iOS, iPhone, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также OS Windows и в виде веб-приложения. Компания WhatsApp Inc., создавшая Messenger, основана Яном Кумом и Брайаном Миктоном, английский, 24 февраля 2009 года и расположена в Mountain View, США. С октября 2014 года принадлежит Facebook Inc. С 2016 года приложение официально стало бесплатным и по сей день является таким, пользователь оплачивает лишь использованный приложением интернет-трафик. Приложением пользуются больше миллиарда человек. Из-за высокой популярности у WhatsApp снижается выручка сотовых операторов за передачу SMS-сообщений между телефонами. По отдельным оценкам 2012 года, потенциальные потери могли достигать десятков миллиардов долларов.